Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Hyundai Solaris 2013 года выпуска, автомобиль оснащен мотором 1.6 литра на механической коробке передач, у автомобиля свой родной пробег, всего лишь два владельца, в комплекте будут еще зимние колеса в сборе, два колеса здесь, два колеса лежит в багажнике, значит состояние резины хорошее, шипы, как я вижу, все на месте, протектор еще очень достойный, сейчас машина на летних заводских литых дисках, тут тоже летняя резина в полном порядке, как спереди, так и сзади, резина хорошая, добрая. Так, давайте посмотрим состояние салона. Здесь у нас с вами аккуратный чистенький салончик, сиденье, карты дверей, состояние отличное, пойдемте вперед. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон, сиденье, карты дверей, также панель, водительская дверь сохранилась, все очень хорошо. Не забываем, что машине на сегодняшний день уже 10 лет, так что состояние салона здесь шикарное. Так, давайте расскажу вам, что у нас входит в комплектацию в этом автомобиле. Значит, у нас с вами есть стеклоподъемники, есть регулировка зеркал, механика пятиступенчатая. Так, две розетки 12 вольт. Здесь у нас располагается отопительный салон с кондиционером. Кондиционер сейчас включен, заправлен, исправно все работает. Также есть подогревы передних сидений на два режима. И владелец оставил видеорегистратор. Вот от него тут провод можно подцепить. Я просто его отцепил, чтобы он провод тут не болтался. Так, регистратор владелец оставил. Так, в комплекте будут два ключа, автозапуск от фирмы Starline. Автомобиль заведен, ровненько работает мотор, ошибок никаких не горит. Еще раз повторюсь, здесь свой родной пробег, он составляет 132 тысячи километров. Так что вот такой вот хороший, добрый Hyundai Solaris на ваших экранах. Машина у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр. Вместе с вами мы посмотрим автомобиль, сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся, все, расскажем вам про машину. Если вас все устроит, эту машину сможете у нас приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, всего вам доброго, до свидания.